Она говорит, что шла к этому долгие годы, а решение было взвешенным и обдуманным. Известная француженка решила пополнить ряды мусульман. Марин Эль-Химер – французская модель, звезда реалити-шоу и топовый блогер с 1,5 миллионами подписчиков в соцсетях. Запись шахады буквально шокировала их. Кто-то поддерживал Марин, кто-то, наоборот, добавил негатива. Но девушка не унывает. Есть дороги, по которым приходится идти в одиночку. Ни друзей, ни семьи, ни партнера. Только ты и Аллах. Это был выбор души, сердца и разума, который был очевиден для меня, и я свободно и гордо практикую. После возвращения в ислам Марин занялась изучением Корана и уже успела совершить малое паломничество Умру. Однако на ее страничке все еще появляются фотографии, немного не свойственные практикующим мусульманкам. Возможно, это связано с тем, что во Франции активно ущемляются права женщин, надевших хиджаб, и Марин приходится учитывать это. К счастью, не так давно девушка смогла достичь еще одной заветной цели – получить гражданство Марокко. И, возможно, теперь в ее жизни начнутся большие перемены. А что вы думаете об этой истории? Пишите в комментариях.